В Тверской области открылись еще 4 центра амбулаторной помощи пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19. Они начали принимать больных в поликлиниках Вышневолодской, Кимрской и Ржевской ЦРБ, а также в Твери в городской больнице номер 1 на Беляковском переулке. ЦАПы помогают снять часть нагрузки с первичного звена здравоохранения, а также развести потоки пациентов с коронавирусом и подозрением на данное заболевание с гражданами, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение. Обращаться в центры амбулаторной помощи могут пациенты с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID-19, а также пациенты, имеющие положительный тест на коронавирусную инфекцию. Но только те, кто еще не обращался за медпомощью, делает это в первый раз, и состояние здоровья позволяет лично приехать на прием. На данный момент ЦАПы уже открыты в поликлиниках Бежецкой, Конаковской и Торжокской ЦРБ. А также в Твери, здесь, на базе больницы номер 5 по адресу улицы Горького, дом 50. ЦАП на базе больницы номер 5 начал работу 8 января и ежедневно принимает около 50 пациентов. В центре их осматривает врач-терапевт, происходит забор мазков для лабораторного исследования, выдача направлений на компьютерную томографию, а также бесплатных лекарственных препаратов для лечения. При определении коронавирусной инфекции пациента при необходимости направляют в стационар, расположенный на территории больницы. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, работа ЦАПов помогает разгрузить скорую медицинскую помощь, а также систематизировать оказание плановой помощи пациентам Верхневолжья. Мы понимаем, что всплеск или вспышки случаев заболеваний, которые могут быть, они не должны отвлекать работников скорой помощи от оказания плановой помощи, особенно тем людям, кто страдает сердечными заболеваниями, либо нуждается в помощи в результате дорожно-транспортного происшествия. Я уверен, что это ускорит и доступность повысит, и ускорит оказание первой помощи при заболевании от этой новой коронавирусной инфекции. Центры работают ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера и оказывают медицинскую помощь исключительно по записи. Записаться на прием можно с 8 до 19.00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 122, а также через региональную медицинскую информационную систему на сайте medrectverь.ru. В исключительных случаях запись осуществляется при очном обращении в регистратуру центра. Ожидается, что до 25 января в регионе будут открыты еще 4 новых центра в Калининском районе, Кашине и Нелидове, а также в Твери в здании областного клинического кардиологического диспансера, расположенного на улице Тамары Ильиной, дом 5.